Камера, мотор. Все, по-моему, все пишет. На связи рядовой Хэнк, это я, друг Шедимена. Вообще, на этом месте должен был быть сегодня Шедимен, потому что он хотел вам передать то, что это одна из заключительных серий этого сезона зомби-апокалипсиса. Но произошел коллапс, и я перехватил, в общем, сегодня, так скажем, видеосигнал, и сейчас Шедимен и Леска стоят у меня за спиной и недоумевают, что там делает Шрам. Короче, сегодня в серии все узнаете, что произошло тогда вместе со мной и со Стефом, но сейчас, прямо сейчас, в комментариях у Шедимена пишите слово «рядовой», вот, и у Лески, конечно, тоже, чтобы они знали то, что если что, мы находимся здесь, вот, а так, вы сегодня обязательно ничего не пропустите, как досмотрите серию до самого конца, а завершение у нее просто огонь, в прямом и переносном смысле этого слова, а также, те, кто из вас еще не подписан на канал, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить начало нового сезона. Ладно, время идет, и скоро начнется самое интересное. Приятного тебе аппетита и приятного просмотра. Эй, Шрам, слышишь? Поднимайся давай. Лиска, что-то понять не могу. Нас что, разводят, что ли? Сначала с рядовым, со Стефом такая история, сейчас с ним. Посмотри по сторонам повнимательнее, ты никого не видишь здесь? Чтобы как-то, не знаю, вот вблизи решетки стояли еще что-нибудь. Да вроде все чисто и никого нет совсем. Хантер, малой, это розыгрыш что ли какой-то? Вы издеваетесь? Этого быть не может. Что за бред вообще? Шэдди, посмотри, кажется, нас подставили. Ядрём батон! Откуда они тут все появились-то только? Да черт их знает. Ну что, голубочки, попались? Ядрён батон! Черт, он живой! Я так и знал то, что это все подстава. Ну конечно знал. Ну что? Оружие на землю. За спину кидай. И ты, Леска, тоже. Давай-давай. Леска, скидывай оружие. Проблемы нам сейчас точно не нужны. И что ты сделал со Стефом, со всеми остальными? Да что-что. Лежат они уже, не спасут они вас. И сами вы отсюда тоже не выберетесь. Короче, я вас с собой забираю. А что делать? Пока что не знаю. Бойцы, пакуйте их. Стой, стой, Шрам. Последнее слово. Мертвые, да, говоришь, лежат? Ну да, ну да. Так зачем ты с ними только так поступил? Я... Что мы теперь без них-то вообще делать-то только будем? Леска, скажи что-нибудь. Шрам, слушай, ну может, как-то договоримся? Ну как же так-то вообще бесчеловечно можно? Нет, никаких договоров не будет. С вами надо заканчивать уже давным-давно. Леска, автомат хватай! Они здесь, они обманули нас! Они все на холме сидят, наши, они здесь! Высаживайся из этой! Держи, я твой автомат взял! Так, держи, держи, давай, держи, давай, держи, сюда, сюда! Всё, в сторону холма, в сторону холма отходи! Давай, 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 пошли, пошли, пошли! Рядовой! Давайте, давайте, ребятки! А чё, заметили, да, то, что мы здесь-то находимся? Конечно, заметили! Я думал то, что с вами реально уже что-то не то произошло, то, что вы все там куда-то пропали вообще! Хорошо, что так. Они хоть живые у нас! Леска, Леска, давайте, не подведите только, стреляйте сами, у нас патроны тоже ограничили. Эх, знали бы вы только, какая история сейчас приключилась с ними со всеми. Да я даже боюсь представить, что-то там с ними только произошло. Давайте, давайте, этого Шрама там тоже полейте, как только можно. Сейчас мы его к себе на базу заберем, это наш последний шанс, как только можно поступить. Давайте, 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 с холмов полейте, полейте, полейте. Так, я пока что с той стороны попробую обойти как-нибудь. Чтобы с холма как-то стрелять, чтобы они нас в спину совсем не зажали. Так, главное, чтобы меня только сюда не опрокинули. Так, нате вам, получайте. Ядром батон, патроны кончились. Давай, 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 Шиди, продолжайте палить, только не останавливайтесь ни в коем случае. Стеф, ты чё затих? Все, у меня патроны полностью кончились. Все эти остальные полностью на вас. Окей, ладно. Мы сейчас с ними сами все покончим. Тут, по-моему, этот... Шрам вообще тут... Походу... Контузил его полностью уже. Сейчас я осколочную дам туда. Есть, к скале. Есть, Стеф, аккуратней. Вон он скачет, как там козел какой-то горный. Давайте, давайте, отбивайте его. Шеди, отличный бросок. Его практически добило. А, немножко перезарядка. Леска, шрама добивай. Есть, сейчас, секунду. Урони, он возле в горы прямо стоит, возле рядового. Да-да, он тоже здесь, у меня тоже патроны кончились, ребят. Я в укрытии просто сижу. Давайте, Шеди. Леска, все на вас, сейчас все на вас. Сейчас справимся. Так. Так, у меня. Так, патроны заряжаю. Быстрее, быстрее, быстрее. Леска, давай, там вправду, ребята, походу, это полностью... Есть, вот, есть. Есть! Отлично, отлично, в нокауте. Не добивай только его, не добивай, нам живым нужен обязательно. Я поняла. Так, остальные солдаты тут в центре валяются. Валяются, вернее, говорю, стреляются тут, есть, стоят. Еще один, есть! Давай, еще один готов, вижу. Так, я пока что пригнулся, у меня тут это... Нормально у тебя,
у меня пока что все под контролем, можно сказать. У нас костюмчик-то явно получше, чем у них будет. Так, так. Последний остался справа с вертолетом. Давай, сейчас туда. Все, фух, тихо. Свои. Все, прости, нормально. Фух, тихо. Сюда, быстрее, сюда. Ребят. Фух, готов он, походу, готов. Давайте, не добивайте только его. Леска, давайте вместе с Шэдди дуйте пока что в сторону вертушки, пока он там кровью истекает. Если с ним что-то произойдет, мы так и не узнаем, что это за корабль приплыл на наш остров. Ладно, Стеф, смотришь? Да-да, Шэдди, я смотрю за ним. Потихоньку буду спускаться. Все, давай, сейчас мы придем. Побежали. Давай. Фух. Слушай, Антон, там жесть живой. Была, у меня просто, я не знаю... Это отец какой-то был. Я когда в этот момент он сказал то, что он, короче, это... Да, типа, я просто уже не знаю, я настолько отчаялся, то, что я вот, у меня просто, не знаю, у меня сердце в пятки ушло, я согласна. Ничего сказать вообще не мог. Согласна. У меня как будто бы, не знаю, язык пропал куда-то. Потом смотрю там на горе каска рядового нашего. Я думаю, все, Шрам, облажался ты, как всегда. Ладно, давай. Сейчас, чтобы мы еще раз не облажались, как в те разы. Прибежимся в сторону вертолета и забираем всех и на базу дуем как можно скорее. А там с этим Шрамом мы лично уже дело иметь будем. А тут всем таких проблем вместе со своим там шаманом этим доставил. Слушай, ну я, честно говоря, надеюсь, уже жизнью прощалась. Я уже даже не поверила, когда да ты нет, все это провернул. Да нет, все уж было под контролем. Так, слушай, у меня патроны все, я под нулем. У меня полный ноль тут. Так, а нет, слушай, есть еще. Нормально? А нет, стоп, погоди, здесь пусто. Здесь у меня же вторая пушка. Вот, только СВДшка осталась с 11 патронами. Так, давай, тут все эти, вот эта вся толпа, она полностью на тебе остается. Так, погоди. Я тут с ней уже никак не справлюсь. Сейчас перезаряжусь, так, перезаряжусь. Пока что 11 патронами, попробуй как-то более-менее отстрелиться. Я все, готова, на этом-то и все. Давай. Ага. Иди дальше вдоль забора, пробегай так, в сторону вертолета берешь, туда. Да, Беги вперед, за меня вообще не переживай. Так, газ и все остальное. У меня все нормально, так. Ты только вот не туда бежишь снова. Подожди. Но у нас вертолет в другой стороне находится. Короче, ладно, как хочешь, бери толпу на себя, я сейчас вертушку подниму и беги в сторону, ребят. Или оставайся на взлетном... Да, короче, ладно, беги за мной, беги за мной. Зомби... Блин, капец, их там много сзади меня. Давай, можешь беги. Их завалить, у тебя нормально там 7.62 калибр-то остался? Нормально, чё, но не вроде далеко. Назад, сейчас бахнет, да. я не знаю. Чёрт. Это что такое, вашу дивизию? Еще одна ловушка какая-то. Да, похоже, да. Так. Тихо, вертолет кренится прямо в эту яму. Так, я сел в вертолет. Ой, меня сносит резко. Поднимайся сюда ко мне. Попробуй зацепиться как-нибудь за кабину. Давай, села? Да, кажется, села. Успевай. Успела? Давай, Леска, не тормози, давай, твой шанс. Есть. Получилось? Все, есть, давай, взлетаем. Отлично, все, взлетаем. Фух, ядрём батон. Ничего себе. Это жесть, у меня давно такого не было, честно говоря, такая встряска только что была. А как он полетел? Тихо. Вообще? Как... Нормально полетим, зацепимся сейчас. Сейчас его в багажный отсек этого шрама посадим, ему что, много надо, что ли? Ребят, давайте, засаживайтесь. О, ребят, нифига вы быстро, а что вас там бахнуло? Другая история, вы там сами еще по дороге расскажите, что с вами произошло. Ладно, действительно. Давай, рядовой, хватай этого шрама и полетели на базу, а то он сейчас весь кровью истечет. Ну что, Шрам, попался? Думал то, что разведешь наших ребят? Да, тебе это почти удалось. Но результат-то в том, то, что тебе у него удалось, и сейчас ты висишь перед нами. Ну что, сейчас ты за всех ответишь. За Тимофеича, за каждого. Но в первую очередь я бы хотел узнать, как ты причастен к тому кораблю, который к нам врезался. И что это за флешка такая? Я скажу вам, что это за флешка. Пароль 3-0-3-9. 2-7. Все остальное меня не волнует. Вы думаете, то, что вы победили, это конец. Я вас уверяю, то, что это только начало. И начинается только самое интересное. Интересное далеко не для меня. Вернее, как раз таки для меня и точно уж не для вас. Думаете, я тут в цепях вишу и намерен сдаваться? Вы далеко ошибаетесь. От силы вам осталось. Минут 30. Да о чем ты говоришь? Ты что, сдурел, что ли? Ты перед нами на цепях висишь. Мы тебя сейчас можем просто расстрелять здесь и все. Вот именно, Шрам. Ты в своем уме? А ну быстро сообщай, что за твоя корпорация и зачем вы с это дело продолжаете вместе с шаманом еще с тех давних времен. Кто сказал вам для того, чтобы остров полностью раскрыть инфекцию и пустить назад? Нет, он походу уже реально ничего не скажет. Ну и пускай висит, мы даже с ним делать ничего не будем. Пускай висит и мучается здесь столько, сколько угодно. Ни куска, ни еды, ни воды, вообще он тогда ничего не получит. Ответит за всех наших. Да, ребят, ладно. Пускай остается здесь. Все по местам.
может быть, образумится, да получит информацию и все остальное. В общем, ладно, отдыхайте. Я вообще ничего понять не могу. Пойду проверю пока что флешку. Да, Леска, ну история, конечно, вышла с этим шрамом. Честно говоря, мне не верится то, что, как он сказал, и все через 30 минут закончится, что... Мне не верится то, что мы его смогли поймать в конечном итоге. Ты представляешь, сколько он проблем принес и сколько от него бед пришло? И сколько людей пострадало. Во-во, да. И тебя мы чуть не потеряли. Ладно, Хантер прав. Пускай здесь валяется, так уж и быть. Пошли, я пойду пока снаряжение, а все остальное проверю. Шеди, Леска, прием. На связи этот Хантер. Слушайте, я тут такую фигню получил на флешку. В общем, ожидайте, я сейчас по громкой связи на всю базу объявлю. Сейчас, слушайте. Давай, Хантер, что случилось-то? Слышала? Да, что-то не важное, значит. Так, ожидаем тогда. Внимание! Слушайте меня внимательно. Я только что открыл эту флешку, и здесь говорится о том, что ровно через 30 минут на нашу базу сейчас надвигаются мощные ракеты. Самое интересное то, что эти ракеты были запущены тогда, когда мы ликвидировали шамана, еще несколько лет назад. Я понятия не имею, как оно так вышло, то, что эти координаты сошлись ровно с тем местом, на котором мы сейчас с вами находимся. Но единственное, что знаю, если мы прямо сейчас с вами не подготовимся, нас тут просто в мокрое, просто в лепешку всех раздавят, и никого у нас точно не останется. Значит так, рядовой, Стеф, быстро дуйте за снаряжением. Вектор, с тебя полное обеспечение, и под охрану берешь Малого и всю его семью. Леска, Шеди, сейчас отправляйтесь в лабораторию Дока и заодно в большой вентилятор. Возьмите все топливо. Шеди, не забудь фиолетовую канистру. Он в реакторе находится. Все, за работу все. Хитрён, Батун, что происходит? Я понять не могу. Сегодня нам дадут спокойно хоть что-нибудь. Какие 30 минут? Шрам, слышишь? Это что, правда все то, что сейчас происходит? Ты слышишь меня? Вот гад такой, смотри. И молчит. Блин, он же сам сейчас погибнет, если сейчас ракеты мы не остановим. Пошли за мной. Да мне такое ощущение, что мы без разницы, знаешь, лишь бы нас уничтожили. Я надеюсь, это просто какая-то неудачная шунка. Капец, Хантер уже смотался куда-то. Слушай, походу, это действительно очень опасная угроза. Так, пойдем. Боже мой, мы столько времени выживаем на этой базе. Неужели просто за пару минут может произойти такое, то, что ее просто на куски сейчас разломят? Так, каждая минута на счету. Пойдем, забей на двери. Все, тут... Просто сейчас нам самим спастись. 30 минут. 30 минут, и все. Тут просто всех разобьет полностью. Так, куда мы идем-то? Куда он сказал бежать? У меня из головы уже вылетело. У меня паника какая-то. Так, берем канистры, потом к вентилятору. Какие канистры, вентилятор, в смысле? Топливо. Какие, у тебя, ты взяла канистры с топливом или что? Нет, они там будут. Какие? А, там их забрать надо, что ли? Ёперный. Запутал меня. Давай, я думал, то, что наоборот надо этот. Все, пошли, побежали. Ух, что-то так, душно. Погоди-ка, я этот костюмчик на всякий случай надену. Все, побежали. Боже мой, нет, пожалуйста. Как бы они Вулфи не забыли в комнату тоже посадить, вот в эту. Все, пойдем. Так, а что за фиолетовая канистра? Что это такое, вообще понять не могу. Точно, у нас же... А, точно, у нас этот реактор, это вентиляция. Система подачи воздуха, она за счет какого-то там сотового топлива, короче, регулируется. И, видимо, нужно эту канистру почему-то достать обязательно. Так, ладно, у нас бункер. А что будет, если... Мы не вынесем что? Этого удара. Ну что будет? Ничего не будет. Никого, ни нас, никого не будет. Не, меня это не устраивает. А может вертушку брать, да и валить отсюда? Или в чем вообще? Может реально просто свалить отсюда? Ой, ё-моё, мы топливо-то не взяли, ё. У меня из головы все вылетает, Леска, ты хотя бы это... Так, сама-то в саму давай. Инициативу бери, захватывай там полностью. Так. Какую инициативу? Я только и думаю, что сейчас мы... Дуй в красный сектор и вот из красного жидкостного компрессора вынимай топливо, там канистра будет зеленая. Я пока что в желтый сектор погнал. Давай, не спи только там. А то у меня сейчас реально что-то... У меня такая паника, то что я взял и мимо все эти... Прибежал уже. Так, все, первая канистра у меня. Я ее забрал. Я пока что в зеленый сектор пробегусь. Давай быстрее, не тормози. Так, потом в топливный отдел побежим. Есть одна, есть. Иди сюда. Она тут одна, да? Да, там одна. Возвращайся назад, откуда мы с тобой поднимались. Так, вот она, еще одна. Еще одна. Две. У тебя одна, у меня две. Это получается так, три. У меня одна. Три. Сколько нам надо-то их? Ну, просто забрать все, что имеется. Быстрее, что-то на месте-то встало. Назад, говорю, возвращайся. Леска, ну ёперный твой налево. Так, фиолетовая канистра, вентилятор.
Точняк, я ж там был, я как-то раз там это, трубы чинил там, потому что полностью система воздухообеспечения сломалась, и по итогу пришлось все это по-быстрому чинить. Так, сейчас этот корабль еще чертов придется оббегать. Я не засек. Я боюсь то, что мы просто нифига не успеем ничего сделать. Мы так долго эту базу восстанавливали, столько здесь всего делали, и в конечном итоге все это дело потерять. Так, только не потеряйся, как в прошлый раз в этом лесу, потому что ты постоянно куда-то деваешься, и потом тебя уже фиг найдешь. А сейчас уже на самом деле время совсем не до шуток. Так, все, бежим. Здесь мы с тобой через забор не пройдем, зато можно вот так вот его потихонечку обогнуть с этой стороны. Продолжаем. Уже минута прошла, по-моему, да? Подожди меня. Продолжаем движение. Не туда бежишь снова. Леска, господи, тебя когда... В тебя что, какие-то эти там вводили, что ли? Не знаю. Да какой мне вообще что-то плохо, я не знаю. Быстрее. Ты можешь тогда иди, оставайся, я сам сейчас все сбегаю. Иди там, Вулфи, не знаю, в комнату там посади и все там остальное. То постоянно я бегу, ты меня тормозишь только. Нет, я сейчас наедине точно не хочу оставаться. Так, вон он, вентилятор получается этот. На зомби не обращай внимания. Зомби, не обращай внимания, тут ни их, ни нас, никого не останется. Согласна. А, я понял. Я только что осенил, почему на вертолете мы не можем лететь. Потому что мы просто не влезем все туда. Нас тут настолько много народу, то что кто-то, кому-то придется остаться. Но нет, так нельзя. Так нельзя. Так, нам сюда. Спускайся по лестнице. Давай. Я пока что по-быстрому топливо возьму. Хотя, думаю, то, что пока ты спустишься, я уже это топливо как раз-таки заберу. Так, забираем сюда. Фу, этот противный черный коридор, темный. Так, это вот сюда и отсюда. Так. Вот она, фиолетовая канистра. Все, побежали. Назад. Теперь полный назад, полный отбой. Забегаем назад. Все, отлично. Так, топливо успели. Время есть. У нас целых два, получается, сектора. Два огромных гермозатвора. Так что я думаю, то, что переживать нам точно по поводу безопасности не стоит. По крайней мере, эта военная база 100% строилась для того, чтобы, может быть, даже противодействовать, защищаться от ядерного удара. Так что, ну, я надеюсь, то, что этот удар будет все-таки не ядерный. Вот, очень на это надеюсь. По крайней мере, твои слова меня успокаивают. В общем, давай будем так думать, что это так, есть. Так. На помощь даже никого не позовешь. Потому что все, кого нашли, мы, в принципе-то, с ними связались и больше ничего сделать даже не успеем. Так, продолжаем. Вперед. Так, где они тут все? Так, идем, спускаемся вниз. Не опаздывай только. Давай, продвигаемся. Они уже наверняка уже все давным-давно там спустились вниз и все нас ожидают. Вот, так. Топливо у меня, и это все у меня. Все. Так, сейчас будешь заходить в комнату, уже все двери на всякий случай закрывай. Сейчас нам надо полную герметизацию сделать. Так, заходим. Люк тоже за собой закрывай. Так. Хантер, мы несем. Стеф, рядовой, вы где? Черт, походу, все в комнате. Мы последние, походу, остались. Давай, спускайся быстрее. Побежали. Так, вот эту деревянную дверь можешь оставить, ничего страшного. Лифт тоже там, если что. Ух ты, шрам, гадина такая, вон там и оставайся, понял? Так, давай, минус второй этаж, вот сюда вот. Так, сюда заходим, налево. Так, они уже даже двери закрыли. Заходи, быстрее. Давай, взлетай. Бегу. Быстрее, назад пути уже не будет, все. Назад мы не вернемся никак, тут один рычаг всего лишь. Так, заходи в комнату, давай. О, Леска, Шеди, наконец-то вы прибежали, ну чё, успели? Да, успели. У меня вот они, канистра, все у меня. Вулфи, вы тоже не забыли. Ну, конечно, мы Вулфи не забудем. Ну все, походу начинается.